дальше, сука! Сеня, что там у тебя? Мышку наружку на место. Блин, я выдушу ноутбук хороший. Этот поляк, сейчас пойдем туда. Может, я за ним лучше не вернулась от него. Телефон не надо. Заряд дальнобойный на весе. Навесить. Опускай, опускай, держи ее. Миномет! Бросай. Уши закрыл. Можно ты закрыла их. Выстрел! Пошли ты, блин, да. О, все. Хорошо. А ну. Правильно. Вот видишь, у тебя есть и у меня есть. Ты сейчас вот это чуть-чуть поправим. Не, мы сожрём, может. Смерть и кровь! Слушай, закрывай же. А я закрыла. Все. Ну что, ребята, привет. Мы снова на фронте. Сегодня 17 число. Значит, здесь затишье, как ни странно. Вот, нам удалось все-таки пробраться сюда. Вот. Ну и давайте мы продолжим вот наши любимые дневники. Сегодня у нас в дневнике будет женщина героическая, которая учится стрелять из миномета. Ну вот, ну вы сами там увидите по ходу, как она стреляет, как учится. И, кстати, главное, что она попадает, как ни странно. Ну вот. Ну, представься, как тебя зовут-то? Астра. Астра? Да. А, ну ясно. Ну, расскажи хотя бы немножко, как ты сюда попала. Все-таки, понимаешь, чем дело, для женщины это как-то неожиданно попасть сюда, да еще и в окопы. Понятно, где-то там при кухне, колбаску там резать, икорку намазывать, ну вот, а все-таки в окопы, да еще с минометом, все-таки как-то неожиданно. Ну, я не знаю, я считаю, что это тоже возможно, почему нет? Ну, а почему ты решила все-таки повоевать? Ну как почему? Защищать кому-то ж надо. Почему женщины не могут защищать? Ну, могут просто, же. Да. Могут. Просто не все мужчины хотят защищать. И не все мужчины хотят, вот в чем дело. Ну, Астра, скажи, а вообще твое как бы социальное и ну, короче, дети есть замужем, не замужем? Дети есть, у меня трое детей, есть внук. Даже внук? Да, я уже бабушка. Вот. Не замужем. Не замужем, да. Ну ясно. У меня дочка, два сына. А еще такой секретный вопрос, ты местный, не местный? Местный. Местный, да? Да. Ну отлично. Вот видишь, все-таки мужики ваши очень неохотно идут, даже за деньги воевать, а ты вот такая вот пошла. Или может ты за кого-то мстишь? Ну как это? Ну мало ли там это... К своей стране и к своим детям, к своему краю, естественно. Я хочу, чтобы мы жили в нормальной стране, с нормальными условиями. И чтобы мои дети не боялись. Не боялись чего? Жить дальше, жить хорошо. Не боялись вот этого всего фашизма. Ну, ясно. Ну, такой, тогда перейдем к политическим вопросам. Вот ты считаешь, вот ну, как ты вот это перемирие рассматриваешь, которое, якобы перемирие, которое сейчас существует, ну, по крайней мере, в Луганске? Ну я не знаю, я считаю, что перемирия никакого нет, только, не знаю, в воздухе каком-то. Ну, это абстракция, да? Ну да. То есть, ну, мы уже тут не первый день лазим по этим позициям, мы знаем, тут каждый день долбятся, долбят. Перемирие, но стреляют. Стреляют, да. Стреляют, никто никакого перемирия. И зачем оно? Я не знаю, по-моему, оно никому не нужно было, это перемирие. Ну да, да, да. Или... Ну, может быть, Украине нужно для того, ну, чтобы Украине, там собрать силы? Украине, может, и нужно. Вот. Не знаю, для какой цели только нужно это перемирие? Показуха, я думаю. Да нет, не показуха, просто они, наверное, силы не собираются, потому что мы же их потрепали очень сильно, поэтому, наверное, им надо собрать силы, там, деньги, гроши, наверное, получить все это от самих. Это там. Да, это естественно. А как близкие относятся к тому, что вы здесь? Ну, поначалу очень отрицательно. Я начинала вообще с апреля месяца, еще с СБУ, еще с палаточного городка, были очень отрицательно настроены. Вот. Ну а потом, когда уже поняли, что меня с этой дороги не сбить, я уже на блокпостах, я уже была на
тогда просто смирились. Ну все. Почему именно миномет? Интересно. И мне нравится. Сложно обучаться? Нет, не сложно. Все доступно, все понятно. Просто нужна сноровка. Не, ну самое главное, там не мин уже заложить, а все-таки навести правильно. Навести, конечно, я за это говорю, что нужна сноровка именно для навести, для того, чтобы навести. Ну ладно, все, спасибо за такой короткий и исчерпывающий разговор. Удачи тебе в учебе, как говорил Суворов, тяжело в учебе, легко в бою, да? Ну, будем надеяться, что ты там покажешь себя, да? Покажу. Ну все, удачи и здоровья. Я научусь обязательно. Спасибо, все. Это цель. Да, пока. Да похуй. Я что, бля, я уже маньяк нахуй. Кидай! Давай. Тихо, тихо. Так. Оба нас, цифра. Где? Нет. Да кидай. Кидай, не ссы. Еще одну надо. Открыл. Да. Выстрел! 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 Давай еще, блядь! Выстрел! Хорош! Давай, блядь! Хорош!